Чебоксары вошли в топ-20 самых недорогих городов России, популярных для путешествий. Рейтинг составило агентство «Турстат». В первую десятку самых бюджетных и самых популярных у туристов городов регионов России вошли Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск. Чебоксары вошли в топ-20 российских городов для осенних путешествий. Столица Чувашии оказалась в рейтинге на 18-м месте. Отдых в Чебоксарах обойдется от 2500 рублей до 2700 в сутки. В суточный бюджет поездки входит стоимость проживания в гостинице на два лица, обед в кафе и посещение городского музея. Рейтинг топ-20 недорогих городов замыкает Уфа.